Этот клуб не такой уж прикольный. Подтянуть за базар, я хотел сказать. А бабки зарабатывать, это хорошо, слушай. Мы бляди, а не шлюхи. Привет, босс. Это шоу «Три кота». Сегодня фристайлить будет тот, кто пишет давно, пишет сейчас и будет писать еще долго. Карандаш. Подпишись и не забудь. Ра-та-та-та-та-пау. Мне кажется, чем хуже гость читает фристайл, тем прикольнее выпуски. Нет, да почему? Вообще нет. На самом деле у каждого, считай, гостя, который приходит, у него фактически он определенная личность, у него определенные есть взгляды, читка, флоу и так далее. И каждый выпуск, вне зависимости от того, хорошо ли читает гость, получается индивидуальными. Это может быть больше типа разговоров, приятный какой-то вайб, больше советов. Понимаешь, это не обязательно здесь типа круто читать. Я бы хотел больше не ругаться матом, но это как-то выходит само собой автоматом. Автомат. Я говорю себе: Денис, на дереве повис. Вместо того, чтобы плевать вниз на самого себя матным словом мантры приз, которые ты выдаешь. А без мата ты как будто бы хорош, как будто бы ты интеллигент. Когда не ругаешься матом, лови момент. Это тот редкий случай, когда я без мата такой весь футболку нахлобучив прямо на глаза, чтобы никто не мог меня осуждать. Подтянуть за базар, я хотел сказать. Я надеюсь, это посмотрит мой сын. Сколько сейчас сыну? 13 лет. Он читает рэп? Ну, я ему говорю, давай читай, я ему уже пол-альбома спродюсировал. Я ему закидываю постоянно инструменталы, говорю, давай, давай, сочини. Он пытается, но никому не показывает и как бы от всех скрывает. Но я знаю, что он пытается 100%. Тебя обижает то, что не показывает тебе? Ну, не обижает, он бы мог совета спросить. Но, блин, у папы совета спрашивает. Ты че? Ой, это же кальян рэп. Давай, 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 кальян рэп. Давай. Этот стол сегодня мы заменим. Тебе не хотели, но остается меньше времени. Давай. Кричи, ты не сможешь записать всеми словами, но сегодня вместе с нами ты делишься своими секретами. Это клуб разочарования. Да, я очаровательный парень, но сегодня буду молчать. Этот клуб не такой уж прикольный, и кальян подают здесь горький. Этот кальян горчит, как моя жизнь. Этот мерс меня умчит. Рядом держись. Этот клуб не такой уж прикольный, и кальян подают здесь горький. Этот кальян горький, как жизнь. Я прыгну в свой мерс. Эй, кто рядом, держись. Не хватало денег, я решил свадьбу устроить прямо в этом месте. Там все курят кальян. Нам даже не хватило пригласить тамаду, но там крутые ребята стояли в кругу. Там чувак танцует странный хип-хап на полу. Он вроде сдох, лежит, не могу поднять. Саня, вставай! Это фриз, чувак, Саня, не поднимай меня, да. Это фриз, самый долгий фриз. Самый долгий фриз и припев. Этот клуб не такой уж прикольный. Очень прикольно, что ты в открытую сказал в интервью, Звонкий был твоим кумиром, и тебе было кайфово с ним записать. Да, 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 конечно, конечно. Нет, Звонкий, а как ты думаешь вообще, смотри, если рассматривать путь артиста, Звонкий же давно читает, но фактически он стрельнул относительно недавно, то есть это год где-то назад, да, со своим, да, треком. Да. Почему у некоторых артистов получается это сделать за короткий срок, а у некоторых артистов это более длинный путь? Если б я знал этот секрет, если б я знал, как обойти это минное поле, я бы уже давно был суперкрутым артистом. Ну нет, это, конечно, удача. Ну то есть я абсолютно, я уверен, что это, ну, трудолюбие, но я знаю, вот можно сказать, что трудолюбие, но я знаю много трудолюбивых артистов, которые много пишут, много работают, много делают альбомов, клипов. Но не получается. Которые достойны того, чтобы быть там номером один, например, но не получают. Это удача. И я пришел к тому, что это чистая удача, но
удачлив кто? Не тот, кто один билет покупает, лотерейный, например. Твои шансы увеличиваются, когда ты покупаешь 100 лотерейных билетов. Удачи, как бы, шанс увеличивается. Поэтому я считаю, что если тебе это нравится, если тебя вообще это не обламывает, то нужно писать, делать как звонкий, писать, продолжать творить, и тебе воздастся. А может и нет, но ты, по крайней мере, будешь знать, что ты что-то делал, а не сидел и там ныл, горевал. Вот ты сейчас занимаешься продюсированием, правильно? В том числе, да. Ты продюсируешь молодых артистов? Нет, у тебя есть какой-то? Вообще отказался от этой идеи. Нет, вообще. Я, во-первых, им ничего дать не могу, кроме как музыкального продюсирования. То есть это скорее такой, как это называется, бизнес-ангел. То есть это скорее там наставник, который может дать совет, но это не продюсер. Продюсер все-таки это человек, который, во-первых, получает выгоду с артиста, он его там продает, он его воспитывает, взращивает и получает свои плоды, как фермер. У нас сейчас рубрика, у нас сегодня крутой битмарь, музыкант Unicorn Waves, он писал биты для I6ONE и для Бульвара Депо. Йоу, бро, ты нас слышишь? Я смотрел все твои выпуски, респект полный. Круто. Все выпуски «Профессия рэпа». Круто, еще спасибо. В 13-м году. Короче, запускаем биточки. Он приготовил для нас биточки. Хотя, давайте, пользуясь случаем, 15 секунд, шатауты всем друзьям. Грувинов Official, Мэйр Шпигельман в Инстаграме. Кто еще? Дим В5. Ладно, короче, давайте запускайте биты. Да не, это прикольно. Шутки кончились. Это прикольно, продолжай. 202-02-02-02-02. Запускайте. Ляди нам Кади. Воу-воу-воу. Е-е-е-е-е-е. Давайте я начну. Давайте начну. Не-не-не. Они без колготок, это блядь. Абсолютно. Мы едем в этой старой развалюхе. Мы бляди, а не шлюхи. Мы рулим по МКАДу в сторону дома. Ведь наш дом гусь пиздюськи. Мы живем далеко, потому что бляди не дают за бабло. И так как мы, бляди, сможем квартиру только далеко снимать, блин. Мы едем в этой развалюхе, осталось буквально полбака. Сегодня мне в рот спустил какой-то там немытый, блин, Чубака. Вот там был полный бак, вот там в меня разрядил чувак. Говорит одна, блядь, другой. А та ей, а вот было что со мной. Встретились две подруги, решили обсудить, какие у них были дела на досуге. Они строили из себя сук, но мы поняли, это просто обычное дело двух подруг. У них такой заработок, они стоят на трассе. Они хотят встретить принца прекрасного, но вот приехал какой-то чувак, и произошла кульминация, он дал ей. И сейчас я назову еще имена. Подписывайтесь на всех моих друзей, на родственников. На брата моего Захара зовут. Еще у меня друг Макс. Он шатаут и пошел. И друг Гриша. Еще есть подруга Саша. Правильно делает, на самом деле. Правильно делает. Есть друг Саша. Йо-йо, шарал. Охуенное шоу. Все подписывайтесь, ставьте лайки. Серьезно, видимо, если я этого не скажу, никто этого не сделает. Давайте ставьте лайки. Тема этого бита — встреча выпускников. Встреча выпускников. Old school beat. Специально для карандаша. Да. Встреча выпускников, к черту покатилась. Всем на милость. Потому что она в измерение животов превратилась. Оу, оу. Вижу перед собой каких-то теток в возрасте. Теток не возраст. Узнаю ни одной. Правда, если честно, я не был ни на одном встрече выпускников. Не был ни на одной встрече, да, реально не был. Е-е-е-е-е. Всего лишь 10 лет прошло. Теперь у нее огромный живот. Измеряется все как в возрасте. Они меняются, и эти разные плоскости. Типа я в плоскости шоу-меди. Они уже в плоскости дети. Они рожают новых ребят. Я смотрел у моей подруги сколько. Их трое классных ребят. Они ждут четвертого. Школьный выпускной, 10 лет со встречи. Мы пришли туда,
И когда-то туда придут наши родители, поверьте. Вот этот сэмпл прям крутой. Школьный выпускной, эй, время, стой. Не могу гнаться за тобой. Неужели я уже седой? Время мое, стой. Школьный выпускной, ты вернул меня домой. Школьный выпускной, ты опять со мной. Что ты творишь со мной, мурашки по рукам? Всем выпускникам привет. Кто со мной вышел из школы? И припев выпускникам. Я уже седой. Школьный выпускной. Я уже седой. Школьный выпускной. Unicorn Waves. Офигенные биты, прям вообще меня прокачал. Она мне звонит на Apple Watch. Apple Watch. Прости, родная, не могу тебе помочь. Надо вызвать лучше для нас врача. Она чувствует, теперь впадаю я в печаль. Она просит, чтобы остался я с ней только дома. Прости, твои родители, это обойма. На обоих вижу я заметку парня бывшего. Не могу, не знаю, как начать с ней я разговор. Она нравится мне очень. Пожалуйста, давай проведем ночь. Но она решила мне сказать, и все стало понятно. Ее слова — это все обратный эффект. Пока люди пытаются двигаться, ты делаешь мани. Пока люди пытаются двигаться, ты делаешь мани. Слушай, нет, я тоже пытаюсь двигаться, у меня дофига амбиций, и все еще впереди. Вот. А бабки зарабатывать — это хорошо. Слушай, на самом деле, когда бабки есть, так вообще все. Все спокойно, без нервов. Это, ну это и больше возможностей, типа, новое что-то делать. Слушай, ну, на самом деле, супер круто, когда у тебя просто... У меня, кстати, песня в новом альбоме есть. Мне не нужен сейф, ведь все бабки в голове. Кроме бабок есть такое что-то. Надо, да, уметь. Вот. И круто, когда ты что-то умеешь, что-то знаешь, и знаешь, что всегда свои знания можешь применить. То есть, когда вот ты, ну, по сути, ты не на пальцах ощущаешь эти деньги, а ощущаешь, что они в твоих идеях, в твоих делах и так далее, и так далее. Где это хранить прикольно. Деньги? А где... Это прикольное ощущение. А где деньги бы хранить, например? Да в башке их надо хранить, ну реально. Ну типа интеллектуальная собственность и да, прокачиваться. Да, абсолютно. И сейчас время, когда идеи можно продавать, идеи можно покупать и идеи можно реализовывать. У нас сейчас рубрика «Мы кое-что знаем о тебе». И мы знаем, что есть один фильм, который ты раньше много раз пересматривал и очень любил. Это тебе. Это рубрика «Мы кое-что знаем о тебе». Твою мать, точно! И это прям мое детство. Хонгельдон. Блин, я его не смотрел с детства. Прикинь, я боюсь его смотреть. Почему? Я теперь тоже буду бояться его. А там нет диска. Нет, есть. Там кассета. Слушайте, ребят, я боюсь его смотреть, ну, потому что я разочаруюсь наверняка. Да почему? Потому что фильмы, которые тебе нравились в детстве, они обычно говно. И я проверял. Я открываю гардероб. Там ничего. Там ничего. У меня есть всего лишь 1500. Мне нужно что-то из этого вышить. И я беру что-то выше. Пойду я, например, в магазин твое. Я выбрал там классный себе тишорт и выиграл эти классные шорты. Но потом подумал, лучше обратиться мне на рынок. Они там мне надыбали классные сланцы. Теперь иду на свидание, и мне нужно танцевать с ней. Есть особый метод. Если тебе нужна одежда за дешман, это секонд. Лучше иди туда. А твое, извините, это ерунда. Ты не будешь выглядеть никогда модно. И твое тебя разведет свободно. Если ты там купишь шорту и майки, то полторашки прощайки. Мне не хотелось, чтобы они меня обманывали. Мне не хотелось заходить. Это чисто в стиле Джей Коула. Мне не хотелось заходить твое. Это не мое. Люксор сказал прикольную фразу. А если кому-то зайдет когда-нибудь моя музыка, я стану известным, то, знаете, я написал какое-то говно. Ну, возможно, это не
одна позиция и верная позиция, но часто есть же такое расхожее мнение, нравится не всегда суперкачественная музыка. Бывает это такое, то, что суперкачественная остается незамеченной. Я это на своей шкуре абсолютно прочувствовал. Как правило, там все мои там самые популярные, прослушиваемые и заказываемые песни, они вот, ну, прям низкосортные. Ну, для меня, для моего уровня, это, зная там свои возможности, для меня это очень низкосортный продукт. Но в целом, как бы, это мои песни, людям они нравятся, я только благодарен им за это. И песням этим благодарен, они меня тоже в какой-то мере делают. Но если вот мерить собственным внутри, ранги, рейтинги расставлять, то эти песни, конечно, в самом низу. Я надену самый лучший костюм, тебе так нравится велюр. Ну, цитируем известных ребят. Я приглашу тебя в интересное место, где типа лофтовая стена. Да, ты будешь по мне стекать, как мороженое. Я чувствую, теперь ко мне ты расположена. Давай, прикоснусь к твоей нежной коже я. Эй. Но она мне отвечает: слушай, чувак, мне надо уже уезжать. Прости, прости, мне тоже искренне жаль. Слушай, какие у тебя фристайлы хорошие получаться начали. Мы тебя прокачали. Ну и на любовную. С прокачкой. Прокачка. Это было шоу «Три кота». Сегодня у нас в гостях был Карандаш. Слушайте новый альбом «Американщина 3» скоро выходит. Спасибо, тоже залетел к нам, братан. Лала Гасанова, Ригель М. Шоу «Три кота». Смотрите, подписывайтесь, оставляйте мнение. До новых встреч.